12 уличных художников участвуют в международном онлайн-фестивале «Стенография». Они создали 15 работ, которые можно увидеть в Яндекс.Картах. Объекты находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Перми. Авторы разрисовали фасады жилых домов, заборы и даже здания Российской академии наук. Есть и объемные инсталляции. Например, каллиграф Покрас Лампас разместил над рекой Невой композицию из бетона со словами «Новая визуальная культура». Французский художник OUX изобразил рисунок на билборде. Он символизирует связь рекламы и архитектуры в повседневной жизни. А швейцарец Буги нарисовал на жилом доме пончики. Все работы фестиваля «Стенография» можно будет увидеть в воскресенье на онлайн-экскурсии. Организаторы поделятся опытом создания проекта, а художники расскажут о своих творениях. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте stenografia-event.timepad.ru.